Оповещение только на телефон приходит. Да многим вообще не приходит. Да тут дело даже не, вот не то, что в оповещениях. Вот я, если вы зайдете в подписки свои, да, у вас там не будет моего стрима. Вот это просто жесть, блядь. То есть я стримлю, а просто подписчикам не показывается даже, что стрим идет. При этом ролики выкладываются сразу, показываются, появляются в подписках, а стримы спустя более чем сутки. Ну то есть это, блин, вообще несерьезно. И это прям дико калит. Красивые кораблики, поиграть что ли? Поиграй, надоест, удалишь. Не надоест, поиграешь. Станешь ругаться больше, материться больше. Потому что в онлайн-игру вот в эту спокойно играть невозможно. Не, возможно, конечно, если у тебя темперамент флегматика, и ты особо не обременен ничем. Ну а так вот, если будешь душой переживать, то это прям трындец. Не знаю, у меня не показывает. Евген Кис пишет нам, что Морф хитрый. Он ролик на канал закидывает, сразу захожу на проверку стрима. Ну, просто НДА сегодня сняли, поэтому и ролик-то я выложил, чтобы он просто так не валялся. Ну, Майнс, конечно, такой корабль ДПМный, но играть на нем пипец как скучновато отчасти. Невариативно. То есть у него прям узкоспециализированный геймплейчик. Появился в подписках. Ну, дай пойду проверю. Вот-вот, не избави бог. Вот ты меня вводишь в заблуждение. Не вводи меня в заблуждение. Так, пока все равно тут расплыв первый, ничего не делаем. Нету, что ты мне говоришь? Ну, как бы, если у тебя появился, это, конечно, хорошо. Ну, как бы вот я сейчас со второго аккаунта захожу, смотрю, подписки нету. Я и говорю, что видос лежит, а, ну, видосы выкладываются. То есть я вырезаю, допустим, для этого бой со стрима, лежит сразу же, а все остальное нет. Живу в центре города, смотрю в окно, словно постапокалипсис, народ вымер. Ну и правильно, надо пересидеть, а потом уже все на улицу. Да бог с ним, появился, у кого не появился, в целом не появился, ну серьезно что ли? Вы вспомните, какой у меня онлайн было, сейчас 100 человек на стриме. И вот это все началось, как только YouTube перестал у меня показывать стримы в подписках, все. Как бы на этом уже как бы точка стоит. Не может быть резкий такой скачок, вот просто ни с хуя, с 300 плюс до 100 человек. Народ просто не знает, что я стримлю, вот и все. И это печально, и это грустно. О, сбил я там куда-то самолетик посмертно. Да не, ну понятное дело, что еще многие спят, потому что на работу многим опять-таки не надо, но все равно. Это меня гложет, это меня расстраивает. Йозеф, привет. Видели в Адмиралтействе аренду... А, вот да, надо, кстати, показать эту фигню. Я что-то про это даже забыл. Сейчас в бой на Голиафе доиграем. Я покажу эту шляпу. Забавненькую. Забавненькую. Да, Смоленск задымился, все, поэтому флангу нам ничего не светит. Сейчас еще Жанбара так нам заклюют потихоньку. Потихоньку, потихоньку. И назад. Вот вся, весь геймплей. Высунулся, огреб маленечко, страшненько. Сик-сик-сик под себя лужицу. И назад поплыл. Ну, хоть ББшками стреляет. Хоть на линкор, хоть как-то на линкор похож.
Да, фланг мы этот сдаем, конечно, просто даром, по сути. Ой, да и на том фланге у нас не сильно-то побеждать хотят. Не сильно побеждать хотят. А надо хотеть, надо желать побеждать. Но собрались толпой, против вас там, блять, 3 корабля. Ну неужели так сложно действовать активно и проходить, занимать фланг? Ну я понимаю, страшно, там целый корабль вас может выстрелить. Только пока вы там ссытесь толпой на один корабль. С другой стороны, маленькая группа кораблей толпу стопает. Точно такую же, правда, которая также ссытся. Ой, блин, это, конечно, трындец. Это, конечно, трындец. Это, конечно, пиздец. Все. Последние линкоровские черты Жан-Бар с себя скинул. Ушел на фугасы. Был линкор, а стал фугасоплюй. Трагичная судьба у парня. Жалко, что не загорается. И назад опять-таки. И назад. Ну попал, прям фугасом дамаг дал. Давай, родной, пыхти, еще стреляй. Нате, пожарку и там стой дальше. Я вот по вот этому уже стрелять буду. А то он что-то вперед чешет. Мне это не нравится, я это осуждаю. А мои так и не проходят. Мои так и не проходят вперед. Мутный Жан-Бар, то фугас, то ББшка, блин. Через расходник стрелять начал. Короче, беда. Мой фланг, который стоит толпой, он дрочит пипиську. Смотрите, вон там все занятые. Они вообще назад плывут, блин. Они вообще плывут назад. Вообще плывут назад. Не, ну жесть, блин, ну трындец, ну что такое-то, ну Голиаф, ну что тебе тоже не начало не вести с этими союзняками, ебунаками, а? Ух ты как. Морф кота не грустно, посмотреть, чтоб нужно мне или нахер его, а кошку не хочешь. Я говорил, что она тебя встретит. Это спасибо большое за донатик, я чуть не сдох, блин, а может быть и сдохнем еще. Спасибо, сейчас я посмотрю. Ну, я, в принципе, понял, от кого это, скорее всего, зам сатаны, походу, был. Но если я ошибаюсь, сорян, просто я не вижу, меня тут пиздят. Прям так смачно пиздят, я бы сказал. Нахрена ты сюда плывешь? Вы были толпой на том фланге, так и занимали бы тот фланг. Плывунцы, блин. Жуки-плавунцы. Что-то плавают, копошатся. Они что не больше не делают полезного. ТАшничек сломали, хлопчику. О, Ойген присоединился к драке. Сейчас будем биться. Биться не на жизнь, а на смертяху. Там еще и Смоленск сюда выходит. Вы бы лучше точки, блядь, занимали бы. Но Ёшину, конечно, нельзя отпускать. Нужно ее как-то убить. И, в принципе, у нас это относительно удачно выходит. Плюсавик еще летит помогать. Короче, давайте хилку прожмем. Хилочку прожали, хилочку зажали.
И Дрейка пизданули. Так, вон Жанбара вытягиваем. Опять Смоленск, который катается и на чистой воде стреляет. Господи, когда ж вы закончитесь нахуй, а? Отлично, что Смоленск выбирают приоритетной целью. Текаем, но этот фланг просто надо байтить на себя и оттягиваться. Здесь, конечно, ничего не светит. Здесь, конечно, ничего не светит. Потушился? Сука. Потушился, потушился. Нужно вновь закинуть, значит. Господи, блять, ну танкист, вот это определенно танкист, и, блять, со всей моей любовью к танкам, он, блять, от острова к острову и у каждого острова зад вперед, зад вперед, зад вперед, зад вперед. Ой, блин, не знаю, там у нас нет еще возможности вперед пройти. Вроде Джорджия там с Яматкой протаскивают фланг вперед. Может попробовать все-таки через центр вкатить? Если вот тут еще Агая разродится, то вообще будет красота. То вообще будет красотулечка. О, стихиечка, прикиньте, что. На фугасоплюил, блять. А, фражочек нет, не мне ушел. А, фражочек ушел, не мне. Где-то еще, блядь, эсминец шарохается и Дрейк. Что нехорошо. Что нет, это тише, аккуратней. Бля, ну и как вот заставить линкор ворваться вперед? Он стоит вон и башнями делдонит, блять, вправо-влево. А нужно, чтобы линкор по центру прошел и поддавил, блин, и за линкором крейсера вперед пойдут. А он вон, у него все заебись, задний ход есть на корабле. Жопа ты или... Да господи, ну как может... Это линкор врыва, расскажите кто-нибудь ему, а? Он на линкоре врыва, блядь, за островом стоит. Чё, Яматка стреляет, блин. Ты дундук! Островной, блин. Вот реально просто вкатил бы сейчас прямо по центру... Забрал бы на себя агр, блин, и за ним реально просто вот на крейсере втягиваешься и вот это все убиваешь. Плюс точку заходишь, занимаешь. Нет, не пойдет, пойдем сами, там вроде подразвернулся народец. Может пройдем, блин. О, разродился тоже. Все, больше не по кому тебе из-за острова стрелять. Просто у нас сейчас, когда пойдет Ямато, мы потеряем очень составляющую такую силу по флангу. И нам нужно будет что-то делать, блин. А делать будет некем, блин. А линкор стоит за островом. А линкор стоит за островом. Вы думаете, он вперед пойдет? Линкор врыва, мать твою! Да чтоб тебе... Зам сатаны, забирай его в ад, блять. Ну это трындец, жопа плавающая. Где вот таких берут, а? И он ж, блядь, ветки посбрасывал, чтобы себе Агая купить. Нормальный парень? Я тоже считаю, что нет. Ну это трындец, блин. Ой, Яматка, держись, братан. Сейчас попробуем как-нибудь обойти, стрельнуть в кого-нибудь. Вон в ту монтанку тоже хорошо идет назад. Им надо с Агая отрядом вместе играть. Это будет лучшая команда. Хер их кто остановит, блядь. Неудержимый 20-20, блин.
Ну, Сиэтл тоже к точке подошел. Братан, надо за остров было вот сюда вот прокрадываться. Сейчас бы из-за островка пулякал бы сейвовенько. Блять, Ямато слили, Джорджия следующая. И нам тупо не хватает урона, чтобы это все заливать. А тупая Агая только разродилась двигаться вперед, блин. Не прошло и много годиков. Эсминец вот отсюда вот, блин, просвечивает. Но надо сейчас линкоры сносить и дальше двигаться. Линкорчики сносить и дальше двигаться. Погнали вперед. Мусаша страшно, конечно, все это. Но надо двигаться. Вот он вышел, нагнул, фражочек сделал. Какой сильный, а. Прям вообще хер, кто его остановит. Пусть нахуй, блядь, со своим островом долбится в кооперативе. Не, ну реально, блин, Агая, линкор прорыва, блин, ПМК, все дела. Живучесть невъебенная. Только не в нашей игре. Два непробития фугасом с Голиафа? Смоленска? Да все нормально в игре, я тоже считаю, что все работает. Все остальное это домыслы на самом деле, ребят. Вот если что-то не получается, это вы просто не умеете играть, я вам серьезно говорю. Вот и Леста вам так серьезно говорит, и я вам серьезно говорю. Вы просто не умеете играть, и, как бы причины других нету. Очевидный же факт, он даже, и, как бы тут спорить даже, понимаете, не о чем. Если у вас что-то не получается, вы просто не умеете играть. Ты еще три не пробейте. Мы тут малость в остров приплыли. Но у этого была своя священная цель. Я хотел и туда успеть стрелять, и сюда углы стрельбы развернуть. Давай, непробивашка смоленсков. Главное, заметьте, Москву я пробиваю, а Смоленск нет. Ну, в процентном соотношении здесь меньше непробитий. Как я люблю кораблики, а. Где я еще такое дерьмо найду? Ну, не Смоленск, не Смоленск, конечно. Получает урон. Может быть, не так, не столько, сколько хотелось бы, но получает. Получится. Хочу фулл залпом стрельнуть, чтобы не разбитый был, а фулл залп летел. А то я стреляю по башену, то с одних, то с других. О, чпонькнулась. Да, а фраг будет мой, отлично. Превосходно, я бы даже сказал, превосходно. Александр Якутов, спасибо тебе за полтишок. Катанем на Мусасе. Ну, после зама сатаны. У тебя сообщение позже пришло по времени. Что-то, короче, пострелял я так. Не слабо, скажу я вам. Молодец, перворанговый. Тебя в рангах научили весь бой за островом стоять и не вкатывать никуда. Ну, это серьезно, блядь. Я не понимаю этих. Зачем брать такие корабли, если так боятся, блин, на них действовать активно? Вот просто не понимаю.